Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Леонид Нерушенко был одним из самых ярких исполнителей начала 2000-х. Тогда казалось, что его ждет долгая и успешная карьера, но жизнь музыканта оборвалась в один миг. В далекие 90-е годы попасть в шоу-бизнес было довольно сложно. Тогда не было интернета, и для успешной работы на эстраде требовались связи. Но если уж ты попадал в этот мир, то тебя ждала большая популярность. Так случилось с Леонидом Нерушенко. Случайная встреча с Юрием Айзеншписом, и вот парень уже солирует в группе «Динамит». Успех коллектива был колоссальным, но даже этого Леониду казалось мало. Он стремительно летел вперед навстречу сольной карьере и успеху. Но этот полет прервался на Садовом кольце в ночь на 3 сентября. Сегодня исполняется ровно 15 лет с момента трагической гибели звезды, а значит, самое время вспомнить, каким был Нерушенко, и почему его до сих пор называют одним из секс-символов эпохи. Леонид появился на свет в 1977 году в семье дипломатов. Мальчик учился в хорошей школе, играл в теннис и с детства увлекался музыкой. Родители делали все для разностороннего развития сына. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.